Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. В этом выпуске новости от наших партнеров. Кирпичные дома в Кирове скоро станут дефицитом. Уже сейчас их в городе становится все меньше и меньше. Большинство застройщиков в погоне за современными технологиями, новыми материалами и быстрыми сроками сдачи домов в условиях меняющегося законодательства по долевому участию часто забывают о качестве. Как на дрожжах растут дома, возведенные по технологии каркасного, монолитного и панельного строительства. Стоимость же кирпичного жилья, как синонима чего-то постоянного и долговечного, растет и будет расти с годами. В кирпичных домах зимой тепло, а летом прохладно. Кроме того, не стоит забывать, что отопление кирпичного дома в год обходится дешевле, чем панельного той же площади. Перечислять достоинства кирпичных домов можно долго, но лучше в таком пожить. Компания «Уксовитек» возводит сразу 3 кирпичных дома в жилом комплексе «Богатырский». Он находится в районе улиц Ленина и Хлыновской. 2 из 3 домов будут сданы уже в ближайшее время. Стоимость квартир в них начинается от 1 миллиона рублей. При этом застройщик предоставляет гибкие условия по рассрочке до сдачи дома, а для сданных домов подойдет социальная программа ипотеки любого из банков. Покупая квартиру в одном из домов жилого комплекса «Богатырский», вы получаете развитую инфраструктуру района, парковку, детскую площадку и просторный безопасный внутренний двор. Демократичные цены, самые гибкие условия оплаты, беспроцентная рассрочка до сдачи дома, крепкие кирпичные дома и скидки постоянным клиентам. «Уксовитек» помогает жить там, где вам хочется. Подробности по телефонам 205-701-205-565. Планировки квартир можно посмотреть на сайте www.uksovitek.ru. Дайджест недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Кирове относительно прошлого месяца снизилась на 4%. За квадрат в октябре просили в среднем 46 957 рублей. Дайджест недвижимости. Объявлен старт продаж первых квартир по программе «Жилье для российской семьи». В рамках этой программы кировчане могут купить квартиру по действительно доступной цене. Стоимость квадратного метра не может превышать 35 тысяч рублей. Кроме того, программа предполагает льготные условия по ипотечным кредитам. Все кредиты могут быть предоставлены в рамках государственной ипотечной программы, единственным региональным оператором в Кировской области, которой является Кировская региональная ипотечная корпорация. В КРИКе разработаны меры поддержки молодежи. Так приобрести жилье можно без первоначального взноса. Жилье в рамках программы строится в соответствии с определенными требованиями качества. Например, оно обязательно сдается в чистовой отделке и обеспечено необходимой инфраструктурой. Рядом должны быть медицинские, спортивные, образовательные и другие учреждения. Всего в рамках программы «Жилье для российской семьи» планируют построить 160 тысяч квадратных метров. Из них 105 тысяч в микрорайоне Черемушки. Старт продажам там был дан 24 ноября. Некоторые дома готовы уже на 65%. Первые 3 дома планируют сдать уже во втором квартале следующего года. Цена квадрата составляет 30,5 тысяч рублей. Черемушки расположены рядом с Нововятском. Вся инфраструктура, включая школу, детский сад, автобусные остановки там уже есть. Рядом разбит большой парк. Все подробности о том, как стать участником программы «Жилье для российской семьи», можно узнать в Кировской региональной ипотечной корпорации. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.